честь сказать сердечное спасибо дорогому Леониду Ильичу Брежневу, доброму другу юных ленинцев, за то, что мы живем в стране счастливого детства, за неутомимую борьбу за мир, счастье всех детей планеты. Я не могу сказать, что мне хотелось быть как все. Это не так. Я была как все. И мне вполне хватало моей прекрасной советской действительности. Видимо, мне жилось настолько хорошо, что меня долгое время совершенно не интересовала эта западная жизнь. И когда вот по телевизору все время показывали какие-то расстрелы, какие-то демонстрации, я смотрела все по телевизору и думала: боже мой, как хорошо, что я живу в Советском Союзе!